251. MG-MiG-2500. Автомобиль приехал к нам из Литвы, город Клайпеда, за рулем Валерий Раевский. По совместительству председатель Клайпедского клуба старинных автомобилей и мотоциклов «Дилижанс». Ваши аплодисменты! Валерий Раевский в 2015 году забрал кубок «Рандеву с ветерком» за самый сильный кабриолет на фестивале. А сейчас он будет награжден почетным дипломом участника. А бурные аплодисменты Валерий Раевский подбегает нашу площадку.